Угадайте, куда мы летим? Там море, там пальмы, там много вкусностей. Пишите в комментариях. Как вы думаете, куда мы летим? Привет! А мы опять на чемоданах. Так, Тима, Маша, сейчас мы будем проводить челлендж Duty Free. Маша приготовила вот такой вот ребус для Тимы, а Тима приготовил вот такой ребус для Маши. Меняйтесь. И сейчас Тима будет искать что-то на букву М, что-то вот такое все яркое, красивое. А Маша будет искать на какую букву? К. На вот такую букву К. Это вообще как крокодил какой-то. Ну что, пошли? Да. Тим, смотри, мы сразу зашли, я тебе подсказываю. Есть Милка на букву М. Берем, Маша? Нет. Другое что-то ищем? Да. Маша не любит у нас Милку, да? Я знаю, что на букву К. Киндер-сюрприз. Да, Тима любит киндеры, но ты знаешь, Тима еще больше любит просто конфетки. Пошли посмотрим еще какие-то конфеты. Угу. Я, Маша, нашел M&M's. Да, она любит, кстати, M&M's, еще и Макси, аж две буквы М. М, даже три буквы М. А здесь еще, вот смотри, вот такой Макси Пэк Мелкерс. Может, его возьмем или все-таки M&M's? Ну, давай. Я еще нашла Киткат? Да. Да, он тоже на букву К, но он не синий. Кстати, знаешь что? Тима сильно любит вот эти конфетки, бельгийский шоколад. Может, хоть они и на Дж, но мы возьмем его, будет на К. Да. Я знаю, он обрадуется. Хорошо? Это тебе. Тима, это тебе. Ну что, довольна покупками? Да. Маша довольна, а Тима, у тебя же не на букву К. Ты не обижаешься? Нет, ты доволен? Да. Что, к взлету готовы? Да! Сейчас будем считать, когда отрываться от земли. Уже уши залаживаем? Сейчас быстро-быстро едем. Маша, ты быстрее ветром чистил? Да. Тимофей, что там тебе? Какие-то крыло? Да. Под крылом самолета о чем-то поет, да? Три, два, один, гоу!
видите, что... Опачки, Тимон уже улетел в бок. Что Балдрейк быстро сдается. Балдрейк быстро сдается. Спрайзен более такой настойчивый, да? И сильный. Давайте еще раз. Так, как оно там, покажи. Смотрите. Вот так вот засовывается и крепится Бэй. А вот эту пимпочку. Так, поехали. Ну, Маш, ты что, давай еще раз. Сейчас победим. Опачки, они одновременно остановились. Давайте еще раз. Раунд четвертый. 3, 2, 1, go! Так, кто кого? Они как маленькие балерины. Да? Опять, смотри, все-таки Спрайзен сильнее. Маша победила. Да. Они как юла крутятся. Да. Классная игрушка. Маша, тебе нравится? Да. Смотри, даже в самолете можно играть в Бейблейд, да? Ага.